Warp drive active. Включайте все. Угу. Триггеры будут крузаки. Одного крузака оставим. Ой, меня кто-то не забыл. Что? Вдвоем или тебя? Чего еще раз? Сирену зацепила вам. Блять, я ж тебя спросил, на какой пчаре у тебя будет дом. Я ж сказал, что сирена. Да. Подваркаешь, значит. Ладно, всем пока. Давай. User disconnected from your channel. Так, чё, приходим, что делаем? Чё? Спайдер, говорите, что пришли. Шип стоп прожимай, когда приваркал, чтобы я мог тебя сразу лечить. Пока между собой капсать делаем. Угу. Фрегата убиваем. За дронами следи. Капцек перестраиваем. Один фрегат на всякий случай оставим. Который брат кости? Нет, который брат кости убиваем. Окей. Сетки кидать не забывайте. Следующий брат кости. Потом будет крузак. За скоростью следите внимательно, чтобы вы не катались. Можете меня прочить. После этого крузак будет кости. По фрегатам берсеркерами отрабатывайте, ограми по крузакам. Секондари будет кости. Трактор кидаю я первый. Букать не забывайте. Следующая Капу, старайтесь как бы экономить, то есть если
Вот сейчас три репки кидать не нужно. Достаточно двух. Я вообще одной репкой пользовался до этого. Окей, после этого крузака убиваем фрегат. После него последний крузак. Теперь, теоретически, триггеры будут фрегаты. С Primary Battle один. Потом посмотрим по обстоятельствам. Следите внимательно за дронами, потому что фрегаты на них переагрегаются. Дронов можно тоже откачивать. Собираем дронов пока. Лочим фриги, которые достаем. Ждем, пока подлетят. Праймари. Один фрегат нужно будет оставить, даже два. Секондари. Даю еще следующую цель. Так, он не качается вообще? Да, качаем. Еще один. После этого батл обрами. Добиваем фрегатик, оставляем двух. Батл обрами пилим. Когда кого-то праймерить начинает, вы можете говорить об этом. Будет проще. Не, бродкастить мне нафиг не нужно, но бродкаст тоже не открыт. Хватает двух окон и сайта. Переключилась. Киньте на меня все рябки, потому что мне центрики бьют помимо этого. Секондари подкаст. Thank you.
еще раз Battle Broadcast. Battle Primary. Так, по-моему, не меньше страшно. Хорошо. Заплачивал басы. Да, я тоже заплатил. Ставим берзеркеров. Ну, праймери. Хорошо. На следующем респаунте у нас будет батлшип праймери. О, батлшип триггер. Мы быстро спилим три крузака. В общем, смотрите бродкасты. Следующий рез будет трудный очень. Качайте внимательнее. Баунсерами, праймери. По мне пошли. Баунсерами секондари подкасте.
Еще раз следующая цель. Внимательнее с капой будьте, они неприятные парни. Переагнулся. Что? Нет. Окей, переключаемся. Следующий. Следующий цель. Братка, сидите заранее, мы не в лодке просто, потому что она... Следующая цель. Батла с баунсером. Хотят на меня переключиться. Переключаются на меня. Половина пока. Вернее, два. Хорошо, у меня промахиваются балансеры. Кидай ему. На меня переключиться. Почему-то у всех кораблей красные рамочки на мне. Возможно, они на меня. Вот теперь один батл пожелтела закуска. Как у тебя следующая цель? Секондари бродкаст. Меня не идет, я снял репку. Совершенно. Так, ну меня, по-моему, хотят. Что? Окей. Так, они все еще. Еще раз секондари на всякий случай. Следующий секондари. Готово. А ты секондари определяешь просто по локу по своему, потому что там два крузака рядом более-менее. Не, я то, что залучил, и по очереди твой подкаст. Ну, мне нет реки одного лога, что если я репу включаю, посажу. Я понимаю, я выкачиваю. Вы можете лочек заранее прицели, а потом просто их как бы порядок менять у себя, так, чтобы не путать. Секондари еще раз. Я оставлю один крузак на всякий случай. Потом убьем батлы. Потом добьем один крузак. Ты можешь регениться, да? Он у тебя переключился, да? Да. Хорошо. Еще раз кусок будет кости. Редактор
После него. Крузак, видимо, будет такой покоцан, окей. Карен, когда сливажит будет, будешь, не забудь, что центрики должны пропасть. И придется отварпать отсюда. Да, я приварпал, ты просто забыл. У меня же у Ребекки нет крыла. Нет, когда я варпал. Будет батит шип. Бродкастить не буду. Найдем. Хотя, давайте после него крузак убьем. Все-таки. И потом батл. По-моему, меня прям анет зыр. Крузак. Крузак, да? Да, да, крузак. Меня. Ну, я на вас по репке оставил. Есть последний дес. Меня кормили. Противный какой. С
Кстати, батлы очень хорошо сушат. Ну, естественно, батлы. Собираем огров. Кидаем в центре. Пытаемся убить фрегаты. Потом грузаки. Лочите, бэткасты выдам. Последний респаун без триггеров. У фрегата фрифайр балансерами. Ориентировочно вот этот. Но смотрите под своим трекингом. Проверяю, если что. Забейте на фрегаты. Праймери крузак. Фреги мы уже не попадем. Тоже не попадает. Собираем дронов. Кидаем берзеркеров, ребята, отрабатываем бродкаст. На меня переключилось. Секондари. Третья цель. После секондари. После этого достаем огров. Крузак будет праймери. Крузак секондари. Внимательно. В бродкасте батл. Мы разгоняемся на него. И ползем в его сторону. Еще раз в бродкасте. Нажали approach, поехали за ним. Не на меня, а на батл. Карн касается тебя, тебе домик. Собираем дрон. Хорошо, готовимся прожать МЖД. Раз, два, три. Прожали. После МЖД вы нажимаете Ship Stop, потому что корабль ползет дальше. Как цепь, если отвалилась, восстанавливаем Primary Broadcast. Ship Stop, как цепь. Секондари.
весьма очевидная. Дрон должен быть при полупадении. Тут на стримчике пишут, что миф развеян, ВПшники тоже крадут. Ты чё, стримишь это? Конечно. Я тебе скажу так, что мой стрим по Терри посмотрела куда больше раз, чем смотрят стримы по ПВП. Причем его посмотрели раз, наверное, 8 или 7 больше. Ты его, наверное, назвал правильно еще. ПВП никому не нужен. Да нет, там точно набор, поэтому все просто пока качали, значит смотрели. Нет, просмотры были именно большая часть, вот буквально последние несколько дней. Причем смотрели не хайлайт, где я ползу по Терри, а весь стрим. Собираем дрон. Да. На третью планету разгоняемся, на третью.